короче, мы поплыли на Калан, на кораблике. 30 бат ставит. Да пошли наверх. 30 бат, тут же вас обилетили. Вот цена, официальная цена, все. Разное время. А вот места есть, сюда прям падай. Сюда. И все, ходить далеко не надо. Оп. В общем, народу много. Это второй этаж. Рядом соседняя, тоже бибикает где-то. Сейчас мы отплываем, поэтому готовьтесь. Ну, мы готовы. Еды набрали. Напитков набрали. Безалкогольных, замечу. Так как 9 лет уже безалкогольный только пью. Ну, нам повезло, тут не сильно много китайцев. А вообще, тут китайцев очень много. Тут погода сегодня класс. Дождик. Когда дождик, тогда классно. Вот, кстати, Паттайя. О, слышите, слышите? Гром гремит, земля трясется. Поплывем мы сейчас на Каланчик. Все. Немножко сниму еще по ходу. Волны, искры, счастье из глаз. И море удовольствия. Главный пипикальщик. Задний ход, говорит, внимание, и дождик начался. Красота. Отплываем в Паттайи. Сейчас будем грести. Ох, какой дождик, красота. В дождь я еще на Калан не плавал. Здесь ребятки укачивают, поэтому не поможет ничего, никакая аппаратура держать, походу. Почти как автобус. Калан. Борт за 600 полубат туда-обратно катает. Да, человека. Все, приплыли на Калан. Нас разгрузили дружно. Помогли выйти. Тайцы. Вот такой пирсик сделали. Мы приплыли на Тавин Бич какой-то почему-то написано. Тувин Бич, в общем. Погода шикарная. Я не знаю, отсюда видно, не видно, но Паттайю жестко накрыло дождем. Мы оттуда, можно сказать, сбежали, чтобы здесь немножко позагорать, поплавать, отдохнуть. Я тут не был уже 4,5 года. Очень интересно. Как тут что изменилось? Ну, пирс с крышкой сделали. Интересно, смотрите, какие наросты вот ракушек. И вот так вот каждая опора обросла. Ну, кстати, фрукты 20 бат. В принципе, ценник такой, как в Паттайе. Хотя обычно считается на островах всегда маленько дороже. Народу на... А, здесь получается направо можно. Но мы туда налево пойдем. Два пляжа. Влево-вправо, по крайней мере, та сторона, на которую мы приплыли. Пойдем отдыхать. Я не знаю, видите, нет. Вот тут уже рыбки плавают. Да, прям прилично так, стайки. Мелочь пузатая, но все равно живность живая. В общем, здесь здорово. Даже вон 7-Eleven есть. И самое радостное то, что при виде вот этой тучки, которая идет с Паттайи, она такая серьезная. Китайцы хлынули в Паттайю. Они не знают, что там вообще капец, что мы оттуда как раз бежали. В общем, если сейчас китайцы подсбегут, это будет отлично. Застройка идет хорошая здесь. Кафешек много стало. Не был я здесь 4,5 года практически.
Ну, разрослось все для людей, ресторанчиков больше различных. Говорю, даже 7-Eleven открылся, которого раньше не было. А я так понимаю, он здесь не один. То есть это очень удобно, хорошо, практично. Идем по песочку. Песочек чистый, единственное, вода маленько ушла, отлив. На заднем плане, смотри, сколько катеров, кораблей. Все поплыли. Но, говорю, радостная новость, китайцы сваливают с острова, это хорошо. Тут какой-то, видать, конкурс у китайцев был. Модель пляжная, а-ля 2019. Можете лицезреть эту неистовую красоту Чайны. Сейчас у них фотосет. Больше всего мне здесь нравятся вот эти стабилизаторы, которые под фотоаппаратами. Я себе такое хочу, но, зараза, так дорого стоит. Эх, быстрее бы вас смыло уже вот этой тучкой. Как я надеюсь. Прям сюда заходит. Шикарняк, шикарняк. Жду, жду, хочу под дождем искупаться. Вот такие вот китайцы, умные. Орут все время. Тихо говорить не умеют, что-то потеряли, что-то орут и не могут заткнуться, блин. А? Ну хоть уйдете отсюда, что, так будете здесь орать. О, да. Ну-ка давай, парируй. Все, понял, а ты что? Давай. Ну, в общем, как-то так. Что-то потеряли. Немного пол прибоя по ленту. В общем, мы тут скооперировались, скинулись, 1200 мы бат отдали, да, или 1100? 1200 бат, 2 банана по 4 человека. Первая партия у нас уже готова грузиться. Мы с ними прощаемся. Посмотрим сейчас. А, тут еще и фото можно, да? В общем, первая партия поперла. Садимся, говорит. Они готовы, мы пойдем второй партии. Так может к тому привязать и до потаи. Вот такие жилеты у нас забавные. У меня, правда, выцвевший немножко, но забавный. В общем, ждем нашей очереди. Все, мы поперли. Второй заход. Самое интересное будет в конце, когда мы приедем, нас должны будут скувыркнуть. Главное, чтобы камера успела включиться. На возврате. Видишь, они скочат как? А мы не скачали, я какая? Мы куда? Сильно даже. Нет, так бы были в грозы, можно было замутить, а там переворот. Интересно, сейчас как они упадут, я просто не видел. Я просто почувствовал. Сейчас он так ослабит, чуть-чуть туда. А нет, вот не падает. Всем привет! Это было круто! Вообще, прям адреналин жесткий. Единственное, в конце воды нахлебался, потому что киндеры с меня встреч не слазили. Они на мне дальше плыли, как на банане. Отдыхайте активно, получайте эндорфины, получайте удовольствие от жизни. Кайфуйте от жизни.
А для этого придется вам работать. Все, сегодня накупались, назагорались, медузу нащупались, на банане прокатились, песок попинали, морскую звезду ноги ей оторвали, лапы оторвали. Вот мои новые подписчики. Сейчас мы собираемся до Паттайи, утопаи. Кто-то пойдет в спа, кто-то пойдет спать. Спать, а кто-то просто пойдет, правильно. В общем, предстоит обратная дорога. Мы хотим вдарить сразу возле Волкин-стрит по индийской кухне, ни разу не пробовали. А потом можно и в бассейн. Исследователь мира. Помаши ручкой. Сегодня неплохо зарядило. Я даже не удивлюсь, если мы сейчас туда приплывем в Паттайе, там будут везде лужи после дождя. Все, приехали мы с Кулана на Паттайю, на пирс, что-то народу. Китайцы, такое ощущение, что домой уходить не собираются. В общем, весело здесь. Самое интересное, они тут что-то тусуются, никуда не уходят. Что они тут собираются делать? Все корабли уже, больше никуда никто не пойдет. Просто, может, свежим воздухом дышат. 30 корабль идет на Калан. На Калан опять плывет корабль? А зачем? Уже же все, паромы закончились. 6.30? Ну вот мне юноша говорит, что тут еще будет на Калан паром. Но, насколько знаю, как бы до 5 вроде они все. Второй до 6. Все, тут еще второй же причал есть, точно. Второй причал в 6 оттуда отплывает кораблик. А оттуда в 7? 6.30. В общем, мы опять в Паттайе. Одна из версий, что вот это здание забросили строить, потому что там технические какие-то повреждения, трещины. Как видите, до половины там даже все застеклено. Но, к сожалению, это дело все погибло. Вот так здесь в Таиланде. Все просто. Проще бросить и рядом новые построить. Кстати, здесь недалеко от причала стоят такие автобусы. Женский, видите, туалет. В задней части входишь, мужской туалет. Три таких автобуса. Бесплатно абсолютно. То есть справить нужду. И не то, чтобы люди тут везде, как говорится, гадили. А поставили автобусы. Государственная программа. Все цивилизовано. Пожалуйста, на английском, на японском, на китайском, на тайском, единственное, что на русском нет. Ну и так все понятно. Цивилизация. В общем, пока мы были на Калане, здесь походу Паттайя заливалась нехило. Там, обратите внимание, на заднем плане автобусы едут. Чуть ли брюком не черпают. То есть дождик был прям очень хороший, такой нехилый. Что лужи аж стоят до сих пор. Ну вот карт поле освобождают, тоже воду убирают, чтобы люди могли здесь кататься.